Здорово, народ! Гамгунис в эфире. Собственно, немножко небольшая заминка произошла. Я забыл поменять ключ для Ютуба. Вот, и поэтому сначала пошло в ВК, а потом только на Ютуб. Пока я тут проковырялся. Да, в 23:30 я вообще планировал начать, но немножечко пораньше все-таки решил. Вот. В итоге, что у нас сегодня? American Magi Bad Day LA. Так сказать, забавный зомби-апокалипсис. Будем играть за чернокожего афроамериканского бомжа. А то сейчас нас YouTube заругает за все вот эти вот дела. Катя поделилась. Спасибо. Так, ВК вижу, все идет, на Ютубе вроде бы все тоже должно уже пойти. Напоминаю, вчера была индюшатина, и это Максим. Индюшатина была в Nick of the Dream, проходите, у меня под конец стрима сгорела жопа, проходить ее не будем вообще совершенно никак. Что касается Bad Day LA, посмотрим, вот как она мне зайдет, сгорит ли у меня пукан мой или не сгорит, продымлю я стул или нет. В любом случае, я потом к записи прикреплю где-то там или там опрос. Будет... Так, а заставка пошла. Вот. Я предложу на стрим прохождения, тоже игра от American Magi, Алиса, да, ну вы помните Алису. все мы знаем Элис. Ну, вы знаете Руса. В общем, этот, Алиса в стране чудес, старая довольно-таки игрушка, но забавная, такие местами. Прикольно, это Вова. Замечательно. Так, короче, все, начинаем новую игру. На сложности, естественно, нормально. Как... Собственно, по традиции, и всех с наступившим уже Новым годом, с прошедшим Рождеством Кокосьем и с началом, так сказать, с окончанием выходных и началом трудовые будни. Вот. Ваше здоровье, господа. Правда, трудовые будни на этой неделе всего 2 дня, четверг и пятница. Далее, 2 выходных, можете немножко выдохнуть. Рисованная графенчик чем-то, знаете, напоминает ходячих мертвецов, да, The Walking Dead. Все мы помним Telltale Series. Под конец, правда, слились из-за... Все мы знаем, из-за чего они. Так, собственно. По звуку все хорошо, лайки летят. Спасибо, господа. Играл я тут достаточно давно, игра, по-моему, 2006 года выпуска, в принципе, где-то и в том районе я ее играл. Дошел я до момента, где нужно 10 снайперов, по-моему, убить. Ну, не знаю, кто играл, тот поймет. Вот, я не знаю, насколько я далеко зашел, но как-то так, вроде не самое начало. Жаль, не петухи летят. Вот петухов, Максим, я больше не видел. Летающих. Вот с того стрима по мафии второй, да, вот я больше петухов летающих не видел. А что на коуп? Вот, кстати, да, у нас есть коуп, под плеером все ссылочки. Ссылочка на коуп, ссылочка на инстаграм и на прочие дела. Все там есть. Вот. На коупе уже куча там нарезок всего. Вот. Куча просмотров, и это здорово. Шоссе Санта-Моника и бульвар Креншо. Биоатака. Собственно, самое начало. Сегодня так, на расслабоне. Поиграем уж часиков. Вот, потому что я вчера накидался, блять. Кто бы знал.
Вот, сегодня мне было очень плохо. Потом я... Так, на обмышку немножко. Потом я немножко попил пиво, и мне стало очень хорошо. Вот. Сейчас я, собственно, подкрепляю все это дело. Так, вот. Нет, наверное, еще чуть поменьше. Игра, кстати говоря, это порт с PlayStation 2 порт. Вот, я долго не понимал, почему тут нет настроек графики. Потом читал интернет. Интернет мне сказал, не будет у тебя там настроек графики, разрешение ты поменять не сможешь, потому что это порт с PlayStation 2. Блять, я сказал, ну окей, интернет, буду стримить так. Так, нет, наверное, чуть побыстрее. Вот так вот сделаем. Говорящие белки, собственно, у нас в эфире. Используй клавиши ВА взад, чтобы как-то двигаться. О, боже, ну дерьмо! Кому? Нажми правую кнопку мыши, чтобы поговорить с персонажами, над которыми есть значок. Вот. Белки учат навыкам выживания. Чувак, у тебя тяжелая черепно-мозговая травма. Так, окей. Поговорим с товарищем. С этим. Энтони, классная тачка, чувак. Что, перестань молоть чушь. Возьми бинт и помоги этой раненой женщине. Сплэйшн фо эксклюзиве сербгейм.ру. Нет, сербгейм.инфо. Да, Максим, у нас уже не ру. Так, возьми бинт и полечи вот эту барышню. Лечись! И вот это, я так понимаю, это отношение окружающих к нашему бомжу. Вот, то есть... Так, подожди, а кто... Нажми правую кнопку мыши, чтобы поговорить с персонажами. Так, давай я уберу... А, вот, все. Я думаю, тебе нужна новая тачка. Боб, заткнись, лучше возьми петушитель и помоги... Запетушить еще одного товарища. Окей. Запетушил. Ты спас меня, приятель. Повезло тебе, нужно было оставить тебя догорать. Чувак петушит, да. Сидаджи почти, да. А, потуши горящую машину. Ок, окей. Telltale вроде как опять наплавал. Не знаю, Вов, я как бы не следил. Меня очень опечалил тот факт, то, что Walking Dead убрали со Стима. Вот. Мне это очень не нравится. У меня есть первая и вторая в Стиме. Я хотел третий и четвертый эпизод, там же в Стиме. Но мне показали большой хуй. Сказали, соси песос, а не Walking Dead тебе в Стиме. Вот и, в общем... Как-то так. Я очень опечалился. И очень зол на Гейба, нашего Ньювилла. Сюжет после GTA, да. Грусти, да, он же... Надо зеленую одежку. Так, а дальше что? Можете помочь запетушить? Не, он не петушится. Не-не-не. Короче, надо с белкой поговорить. Не-не-не-не-не. Пойдем дальше тогда, чё? Нажимай пробел, чтобы прыгать. Окей. О, белка. Ты говоришь, выбери огнетушитель и используй его на себе, нажав правую кнопку мыши. Ну, я понял. А, это если я горю. Но я не горю. Так, подожди, а я же... Ой, сорян. А вот, все, я понял, сюда. Тебе надо помочь, нет? А кому надо помочь? Бля, ну и страшный. Эй, Джей, блядь. Зеленый газ превратил его в зомби. Зомби, смотри. Окей. Используй петушитель, чтобы запетушить. А, короче, ему все излечивать можно, нихуя себе. Вот это, да. А где карта? Где управление? Слушайте, а настройки управления тут вообще нет. Надо было гейпад подключить, собственно, подружить. Ну ладно. Пока так. Посмотрим, как зайдет, не зайдет. Если что, может быть, в итоге устроим целый стрим прохождения.
Вот, как, собственно, я планирую и... Эй, чувак! О! 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 Монтировочка. Я пока с петушителем побегаю. А, монтировочкой можно... Нет, самое. Так вот, я планировал как раз в Walking Dead сделать марафончики. Такие вот, сезонно, прямо в день. Но когда это будет, я пока не могу сказать. Пока есть куча всего остального, что нужно проходить. Убей или вылечи зомби. Я вылечу вас всех! Встань и иди! Встань и иди! Временные трудности, блядь. Так, сюда нельзя. Окей. Чё он хочет? Hurt you? Я что-то не... А, спасите! Ты что ты делаешь, блядь? Дурак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то у него прогрузка такая прям страшная. Я буду... Чёрт. Видишь, убивать невинных пешеходов плохо. Это добавляет гримасы к индикатору уровня опасности. Вон там грим... А, вот, уровень опасности, я понял. Дал уничтожая зомби и других плохих парней, ты добавляешь улыбки к своему индикатору уровня опасности. Типа как известный, да, там... Лича страшных уёбков, ты тоже повышаешь себе всего этого самого. Создание новых одним первых проектов станет... Во, да, вот про волка в этом, в Васе я слышал. В итоге получится ли член, не знаю. О, заебашили. В натуре Groove Street, блядь. Зелененькая футболочка у меня. Так, стопэ, стопэ, да вы чё? Стоп, стоп, какого хера? Мне ж спасать надо. Подожди, я тебя запетушить могу, нет? Блядь. Спасите раненых. А где их, блядь? Как я их спасу-то? Туши небольшие пожары, чтобы этот... Вот я дрободан себе могу взять. Там нет ничего интересного. Да я... Да вот какого хера? Я не пойму, чё он до меня доебался? А, вон надо кого спасать-то. Не успел я его спасти. А вот тебя смогу. А, во-во-во, все, я... Подожди, я что-то не понял. Они же ёбнутые. Я сейчас тут вообще закончусь весь. Я не понимаю. Какого хрена они на меня все? Все. Подойди к пожарному. Все, 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 все. Я... У меня здоровье кончается, господа. Все, сейчас он мне что-нибудь скажет, наверное. Почему они агрятся, я не понимаю. С
Steam'е на ТРТ только Варчара. Да, вот Бэтмен я знаю, потому что есть, но мне он не нужен. Мы как-то стримили его, что-то он мне не очень понравился. А вот Волк постримить вообще можно будет. За несколько подходов, наверное. Ну, типа, эпизод в стриме, вот так вот. Возьми с собой этого пацана... А, больной ублюдок, ни за что. Убирайся отсюда, давай, давай, проваливай, идиот! А куда бежать-то? Не туда. А как, карты-то нет? А, может туда? Чувак машину взламывает. Останови мародеров. Пш. Пш. Пошел вон! Это мародер? Да херел! Бля, нет, это не мародера. Я что-то все сломал. А куда пиздюка-то надо отвезти? Куда-то сюда, по-моему. Какого хера они агрятся? Я вот вообще не могу понять. Я же им вроде вообще ничего не сделал. Уберите террористов. Какие, блядь, террористы? Какие мародёры, я вообще... Отведи больного ребенка к машине скорой помощи. А где, блядь, эта машина скорой помощи? Я не понимаю, где мародеры, где... Спасибо, игра! Все очень понятно. Все потому что... Да, скорее всего, блядь. Надо себя запетушить. О, запетушил, только у меня 6 хп, блядь. А, вот, блядь, стрелка появилась. Для совсем тупых, как я, блядь. Ебать. Надавали по щам, блядь. Да я тебя... Я тебя спусти хотел. Какой себе низкий уровень опасности. Тут, блядь... Всякие товарищи. У него нихуя. Вот это да. Так вот это мародеры или нет, я не пойму. Чувак закончился. Но нам надо отвезти личину с к этому самому. Бля, ладно, не побегу я за ним. Что-то не очень хочется. Зато их вылечили. А узнавай у других, как пройти куда-нибудь. А, эту нельзя взять. Я думал, может, это канистру, как в постеле, да? Где-то... У меня есть дрободан, если чё. Если чё, я могу кого-нибудь одолеть им. Ой, тебя полечить можно, наверное, нет?
так, ну ты меня не хочешь. А вот тут как-то надо пройти. Что тут долбоёб один катается. Вот это вот страшно было. Сразу 50. Пьяный написано. О, нифига себе, прикольно. Тут, по-моему, насколько я помню, можно еще заразиться. Сразу троих вылечил. О, как круто. Так, где стрелка-то была? Подожди, как узнать? USA, блядь. Флаг, я не знаю, что он дает. Походу, ничего. Но заразиться можно. Как пройти куда-нибудь? А, во-во-во-во-во. Все-все-все. А вот эту вот штуку можно раздолбать, наверное. Да. Все не так уж и сложно, как я думал. А вот, вот это вот уже... Террористы! Вот этого я не ожидал, если честно. Для Твича игра сама себя пройдет. Да, может, может. Блять, опять это самое. Ну, может, пожар потушить еще. Чтобы убить террористов. Чтобы убить террористов, нужно до них еще добраться, блять, опять. Тут либо я игру сломаю, да, либо игра сама себя пройдет. Тут как бы два варианта, блядь. Главное не заразиться, а то... А, туда, все. Да, да, все, я... В принципе, я понял, куда идти. Но у меня есть дрободан, надо как-то аккуратно. Или отжать у них... АК. Как провести личинус? А где личинус-то? Я... Стой, стой, я тебя сейчас полечу. Полечил, блядь. Убить личинуса не знаю. Если убить личинуса, наверное, все закончится на этом. Давай попробуем. Пяздюк. Пяздюк. Он не наводится на него. Прям совсем. Я на него пытаюсь дрободан навести, а он убегает. Ой, мародеры какие-то. Отстань! Я ж тебя полечил. Так, где? О, такой же хобо. Блядь, собака. Так, товарищ, как пройти? Ага, прямо. Так, с канистры ничего не сделаешь, да? Так, ну у меня есть дрободан, в принципе. К собаке не пойду, тут тоже ничего интересного нет.
А это не тушится штука. Чух. Окей, все, я собака, я тебя не трогаю. Все. Так, там есть... Так, плюс один к максимальному здоровью, прикольно. Так, у меня есть 10... Эти... 10 патрон. К дробудану. О, кулаш. Так, 4... Так, где кулаш? О, отлично. Так, пиздюк, ты где? Я пиздюка потерял. Так, да, кажется, я его проебал. А, где-то еще один террорист. А где он? Подожди, где-то террорист. Где-то я видел же, пули летят. Понятно. Блять. Подожди, где-то тут, наверное, да, шляется? Во-во-во, где-то пули летят. Е-е-е. Так, теперь нужно... к этой самой. А где ребенок-то? Блять, опять террористы. Я не пойму, где этот пиздюк? А, он же не может, наверное, перепрыгивать, да? Подожди, да и я больше не могу. Пиздюк, ты где? А, вот он, ёпта. Я его проебал. В натуре. Он же, он запутался там в углу. Иди сюда! Ты ёбаный урод, ты где ты? Только что ж был здесь. А. Блять. Я сломал игру, кажись. Он меня заразил. Все сломалось. Сука, где этот мелкий урод?
Так, ладно, давай поищем. Мелкий! Блять. Теперь его еще поди найди. Да, личинус бессмертный, он у него 46, он где-то прячется, походу. А, вот он, пошли, блядь. Сука, хуесос мелкий, давай. Нормально этот, как его, от зомби-болезни, да, лечит. Как его, петушитель. Блядь, наконец-то. Еле довел. Иди по списку вызов 911. Окей. Так, убейте или вылечите всех зомби. А где мне список-то найти? Что, туда? Не, не туда. Ты мне подскажешь, куда? Бля, опять с этим личинусом. Он куда-то туда. А, вот. Тихо. Мародеры, блядь. Сеньора, помогите. Нормально грабли мне нахуй стащил, блядь. И завалили. Заодно уж. Ну а хули? Так, мне прямо. Блин, ну такая забавная игрушка достаточно. Кто там кровоточит? Все, я его вылечил. Дайте и тебя запетушу. Так, куда-то туда. А, вон, через забор, по всей видимости. Так, а как мне туда попасть? Так, тут не попасть. Может, через эти штуки как-то? Да, 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 все нормально. Что я опять личинуса где-нибудь потеряю, и потом еще искать его. Ой. Спасите меня, они хотят меня сожрать. Ой. Так, а дальше-то куда? А, туда. Окей. Чё флаг дает, я так и не понял. А как-то выйти можно? По всей видимости, не можно. Как выйти? Замуровали демоны, блядь. А, там можно было... прорубить себе путь, так сказать... монтировочкой. Да. Четко. А, прямо.
Я пока вот не особо понял, что дают флажки. Вот там пакеты, а, эти типа, какое настроение хорошее в обществе, да? Помоги, у меня сердечный приступ! А я чем помогу? У меня только петушитель. А, вот так вот, то есть это работает. Так, ты мне подскажешь, куда? Да, туда. По списку вызовов 911. Откуда люди, блядь, знают? Так, у меня есть что, петушитель. Собачки решили бургером полакомиться, так сказать. Отлично. Бля. Ну ладно. Ой, я пиздюка ёбнул. Так, а куда дальше-то? Так толку их спасать, если не опять заразятся? Максим, тащи еще петушителей. Боюсь, не хватит. Кто там кого насилует? А, эй, ты, помоги мне! Чем мне тебе дерево, блядь, оттащить? Придавил товарища нечаянно. Чё, все, уровень пройден или как? Что, я не могу что-то понять вообще смысл. Им нужен огурчик. Рик, огурчик! Сколько час идет уже стрим, да? Я думаю, небольшой перерывчик как раз сделать. На пару минуточек. О! Время 24 минуты 45 секунд. Офигеть. Улыбки 69, гримасы 19, выстрелы 82, меткость 65%. Кстати, господа, можете меня поздравить, это рекорд, это лучше, чем в Call of Duty, к слову. В Call of Duty там вообще адовость у меня с меткостью. Бывает, придавил. С кем такого? Не знаю, с кем. Такого не... Я пока еще никого деревом не придавливал. Сегодня. Так вот, я к чему вообще вел? Такой, можно сказать, похмельный лайтовый стрим. Просто на расслабоне, вечерний. Вечерне-ночное, потому что завтра уже все рабочий день, уже точнее сегодня, вот уже одна минута 1-го, 9-го числа января 2019 года, ой, 2020 года здесь, по московскому времени и календарю. Огурчик Рик, да? Огурчик от бургера Рик. Так, о, убей стрелков-террористов. А ехать будем, нет? Я не вижу стрелков-террористов. А, все,
Я понял. Все. Во, видали? Видали, да? Какой экшон-то начинается? Прям разрывает просто щи. Просто по людям херачит нормально все у них. Все у них хорошо. Вау! Вот это да! Вот это новости. Вот это графони, блин. Вот это я понимаю, да? У меня 246 патронов. Надо как-то их экономить, наверное. Все-таки. А кто едет? Кто за рулем, пиздюк? Я проебал заставку. Вот это физика, да, господа? Класс. Ну, как смог, как смог. Чем мог, так сказать, тем и помог. Правда, попутно еще кучу гражданских, наверное, да? Прохерачил. Пропенетрировал еще этот товарищ за рулем. Передавил, блядь. Ой, я извиняюсь. Так где? Гуки на деревьях, блядь. Сейчас у меня ночью вьетнамские флешбеки, блядь, начнут. Блядь. Ух ты, пидорги. Я не знаю, правильно стреляю вообще хоть. У меня 39 патрон осталось. Мы приехали, нет еще? Кто откуда, блядь, стреляет, я не пойму. А, я понял. Кто-то стонет, блядь. Зомби я не буду пиздить. Мне они дизлука составят, блядь, потом. Слишком тихо, будь на чеку. Я вижу, как слишком тихо. Ой, а, можно... Вот так вот тоже можно было. Все? А, кажись, машина поломалась. Блять, да. Уровень не пройден. GTA Telltale, да. Нормально. Так, что, сделаем перерывчик, да? Небольшой. На пару минуточек я перекурю и еще полчасика, наверное, поиграем. Вот я попытаюсь пройти эту миссию, и потом решим, будем ее вообще проходить или не будем. Вот. Ну, за отважными напитками и наперекур. Через 3 минуты продолжим.
Так, опросник, я думаю, не насчет Алисы, а насчет этого как раз таки будем решать, проходить или не проходить путем голосования на Ютубе. Так сказать, я в записи прикреплю опросник и потом через недельку гляну, какой там будет результат. Так, что у нас там в чатах? Твич по-прежнему не вижу, да. Привет, да, привет пришедшим. И не знаю, с чем еще вас поздравить. Вроде уже и с Новым годом, и с прошедшим Рождеством, и с началом трудовые будни. Не знаю, что у нас еще там праздники какие. Это самое... Старый Новый год. 20 какого-то числа, наверное, да? Ну, за него. А пока продолжим. Я думаю, надо синцу побольше сделать. Пока что. Да. Нет, чуть поменьше. Потому что этот товарищ дрыгается. Где? Где? Я не вижу. Ой, сорян. Пропенетрировал всех товарищей. Ну ладно. Можно пиздюка ебануть. А, не, не можно. Подожди, да где? О, как страшно. Подожди, где они стреляют? Я вообще не... А, все, я понял. А позицию нельзя поменять никак, потому что я ж не вижу, что там спереди творится. Ой. Я сейчас опять все зафейлю, мне так кажется. Максимальная сосредоточенность. Я так по памяти, грубо говоря. Я так примерно помню от предыдущего раза, где они находятся. Вот этого... Ой, сорян. Вспоминаем Call of Duty. Все, приехали. Подозрительно тихо. Какие-то, смотрите, зомби-апокалипсис, какие-то террористы еще. Ой, там чувак в текстуре застрял. It's a trap, типа ловушка, что ли, а? Подожди, подожди, я... А, все. Песос. Все упало, все пропало. Совсем бот на Ютубе с ума сошел. Уже. Тогда и синсу чуть побольше еще сделаю. Во-во, так норм прям вообще.
Там в папке с игрой находится одна подпапочка бонус. Там есть тренер на бессмертие. Но юзать его не будем, потому что стрим вообще скоро заканчивать уже будем. Да. Так то. Все очень плохо. Я не понимаю, откуда они садят. Все и своих, и чужих, блядь, всех вообще просто. Ой-ой-ой. Тридцать два хп. Я не пройду это ни за что в жизни. Три хп. Ну хотя бы как-то восстанавливается. А, ну можно пакеты же эти долбить и восстанавливается здоровье. Нихера себе. Вот это новости. А я не знал. Печаль, беда. Не там. Твич упал, Пашка, стал, все упало, все пропало. Да, бывает так. А, какая любимая игра в жанре RPG? Пожалуй, пускай, наверное, будет Dragon Age и Mass Effect. Да, Mass Effect можно немножко к RPG отнести. А так вот, истинный RPG, вот, который мне действительно нравится, это Mass Effect. Ой, не Mass Effect, этот, Dragon Age, извиняюсь, оговорился. Первая. Она клёвая. Я её начинал проходить, и я думаю, может быть, не в скором времени, но в каком-то точно вернемся к прохождению. Там еще Ведьмак висит, к нему мы тоже вернемся. Правда, мне не очень нравится, вот, но я его на стриме первый допройду, потому что там у нас Айван хочет второго пройти на стриме. Вот я допройду все-таки на стриме первого и отдам сохранение Ивану, и он там это самое уже продолжит все эти дела второго там и третьего Ведьмака. На моей совести и так очень много непройденных еще игр, которые висят там, ожидают, пока я их закончу, и все никак не дождутся. Надеюсь, это дело в этом году поправить. В этом году, я надеюсь,
больше стримить. И скорее всего так и будет. Я не осилю, мне кажется, эту миссию. И будем закругляться, наверное, на этом. Да, там в плейлисте Dragon Age можно найти. Вот, собственно, все стрим-прохождения, там оно есть. Один стрим был по нему. Вот. Надеюсь, продолжим. Dragon Age первый раз 15 проходил, ну это круто. Это круто на самом деле. Что я раза, наверное, только 3 проходил, и вот хочу еще на стриме пройти его. Немножко с другими выборами, так сказать, хочу посмотреть. Я вообще не помню, за кого мы играем. Это в том. Ой, поехал! Я не... Вообще, когда его начинал-то... Максим, вспомни, когда я Dragon Age начинал? В 17-м или в 18-м году? И вот с тех пор, пока вот только один стрим был, случился. Я не понимаю, откуда они стреляют. Почему водятел не скукоживается? Все, приехали. Да, заставочка. Ну, за победу. Улыбки 82, гримасы 24, выстрелы 826, метка 17%. Но уже ближе к значениям Call of Duty. Там меткость вообще... никакущее было. В основном все в своих уходило. Так, в принципе, в планах тот же Mass Effect, да. Дохерачить. Так сказать, начать первую, вторую и третью с 10 модами играть. Которые преобразуют, убирают этот никакущий финал. Андромеды не будет точно. Как вариант Fallout и Elder Scrolls, но это потом на там пока штук 10, наверное, прохождений висит, которые надо закончить. А потом уже буду думать.
Надеюсь, за этот год я их закрою. Ну, хотя бы до лета. Надеюсь, закрыть. Что лучше, колда или Battlefield? Для мультиплеера Battlefield однозначно, для сингла колда. Раньше у них сингловые кампании были очень сильные. Я перестал после следить и разочаровался вообще в синглах, наверное, после Black Ops 3. А, вру, после 2. Black Ops я прямо все. Я разочаровался в колде и больше не играл в нее. Да, он кидаются бутылками в меня. А, проверь, как там. Может, запетушить можно, да? А кто такой Хуан? И где его проверить? А, то есть куда-то... А, вот он. Эй, ступидо, переходя через улицу, смотри, блядь. Нормально. Это Дэнни Трехо, не? Похож немножко, только ожирневший. Сейчас он мне задарит бензопилу, наверное. Почему из них кровь зеленая, или это осадки? Видим. Вылечите всех зомби. Окей. Только тут не зомби, а товарищи всякие, кидающиеся бутылками. Переключайся между персонажами. Только что-то это не работает. А, это в напарнике себе можно этого товарища выбрать. Отлично. На гидролисков похоже, да, из Старкрафта. Отвезите Хуана в больницу. На чем я тебе отвезу его, блядь? Игра. Класс. Сука. Просто по яйцам. Ну, довольно. Отлично, блядь. Так, ладно, сколько там стрим? 1.5 часа, наверное, уже почти идет. Ну, час 15, наверное, точно. Бля, опять спасите раненых. Вот, у меня есть такая штука. Где их спасать? Если запетушить только. Нет, это так не работает. Мне как конкретно раненых нужно. А, вот. Одно есть. Тебя полечить? Не-не-не-не, это не лечится. Подожди, где оно? Тут зомбури. Кстати, есть вариант такой. Так сказать... вспомнить старый добрый 2011 год, наверное, 10-й, да? Вот я с Лёхой разговаривал по этому поводу с Алексом. Возможно, этот Left 4 Dead захерачим, как в старые добрые года. Отвези Хуана в больницу.
А где больница? Вы не подскажете, где больница? Интересно. Класс. Все пропало. Час 10? Блин. Мне обычно в час 20, как фильм, так сказать. Можно я сразу отведу Хуана в больницу? А, тут всех надо и вылечить. Да, только теперь они зомбарями становятся. Всех вылечил, нет? О, а как этому товарищу-то помочь можно? Видимо, никак. Так, туда. Какая-то мексиканская музыка играет такая. Латино. А, подойди к морскому пехотинцу. А где он? А, вот, тут, короче, нужно 10 снайперов было убить. Вот я до этого момента дошел, и все, я больше не смог. Времени правильно. Я не знаю. У меня половина первого. 33 минуты. Возьми снайперскую винтовку. А где? Подожди, где взять снайперскую винтовку? А, где-то там. Вон морпех. А как к нему пройти? А, все, я что-то это. Убейте снайпер. Вот, да, вот и я на этом моменте как раз и запурулься. Такая достаточно сложная, непонятная миссия. Зато я потужил. Пожарь. Так, надо спросить дорогу. Туда надо куда-то.
Здесь я не перепрыгну, это совершенно точно. Ой, так, что там? Dragon Age 2. Во второй играл и проходил один раз. Ну, такое, больше как слэшер. Вот первое самое, прям вообще укол. И в Инквизицию играл, поиграл, наверное, часа полтора. Не зашло. Слишком пустой мир, слишком много воды, скажем так. Так. Бля! Товарищ! Товарищ! Бля, ну я его вылечить хотел! Хотел! А он взял его это и зарубил. О, все. Так, меня кто-то пиздит. Блять, как они спавнятся уже горящими? Меня заебало это уже. Я не буду их спасать. Так, в ту сторону теперь. Куда-то сюда. Стоп. Не вижу, не вижу, не вижу. А вот все теперь вижу. 6 только. Блять, еще. Да какого? Нормально. Починил товарища. Так, а это патроны, кажись, да? Да. Так, в какую сторону? Иди, я опять потерялся. А, назад. Блять, да где? А, понял. Опять отведи Хуана в больницу. Хуан, иди сюда. Так, еще два снайпера где-то должно быть. А, вот они. Главное не упасть. Блять, сука. Ебать. Мафия 3 нет, не будет. Мафия 1 пройдена, 2 мафия пройдена. Имеется в виду основной сюжет. Приключения Джо и про лысого чувака в процессе. То есть будет еще. Опять отведи Хуана в больницу. Только мне снайперов еще надо зафигачить.
Бля, наверное, нажимаюсь, я думаю, блин, перезарядка, перезарядка нужна. Вот, мафии третьей не будет, это не мафия просто. Просто потный нигер из гаитянского квартала. Вот, блять, вот так надо было игру назвать. Вот. Может быть, в отрыве от мафии это какой-то, может быть, неплохой боевик, но, бля, я не могу так. Это, блядь, сука, прикрепили название мафии 3. Делайте мафию! Они, блядь, какое-то говно. Так, у меня еще один снайпер должен где-то тут быть. По идее. Так, а тут и не пройтить. Тихо-тихо! Чуть не застрял в текстуре. Так, стоп. А, все, я понял. Есть. Так, а, у Хуана спросить нельзя. Подожди, он мне назад показывает. А как мне туда пройти, если тут все очень плохо? Какого хрена? Повылезал их тут. Ай! Ай! Да я сейчас тут закончусь. Сейчас, конечно, попробуем Хуана в больницу отвезти. Спасибо, игра! Ух ты, господи. Ладно, ребят, что там? Уже, наверное, надо заканчивать. И да, убейте снайперов на крыше. Было 6. Игра отталкивает еще дальше, да? Вот, в прошлый раз, когда я зафейлился, воскресился, было убейте 6 снайперов, сейчас зафейлился. Уже 2 осталось, 3, 4. Блядь, дичь какая-то, я... Надо баб потушить. Блядь, я сейчас... Ой, не-не-не-не, все, заканчиваем. Сейчас тут сохранимся. Вот, на всякий случай, вот опять я говорю, я опросник прикреплю потом к записи на ютубе. Вот, и через недельку посмотрю, там, кто... Там, зайдите послезавтра на это видео, вот, и проголосуйте. Потому что завтра я не знаю, во сколько я это сделаю, если вообще сделаю. Вот, но послезавтра точно. Час 21. Хорошо, отлично. Я еще Хуана в больницу так и не отвез. Ладно, все, я сейчас буду тут еще час, наверное. А, хочется еще сериал пойти посмотреть.
вот, пока еще не слишком поздно. Проповедник смотрю. Вот, потушил, товарищ. Смотрите, какой. Кидается бутылками, а у самого дрободан в подгузнике. Не, а с этим ничего нельзя сделать. Смотри, какой. Беспредел. В упор, блядь, не попадает. Ну ладно. Будем заканчивать запись, собственно, записи ника и вот этого стрима как раз-таки, наверное, будут завтра-послезавтра в группе ВКонтакте. Я все плееры собираю, как обычно, и на сайте serbgame.info. Вот, там YouTube, Twitch, ВК, собственно, три плеера, как обычно, есть. Вот. Стрим будет следующий, вот как раз зав четверг у нас, да? 9-10. Вот как раз, наверное, 11 в субботу или 12 в воскресенье. Вот, скорее всего, в субботу 11. Вот, потому что вроде как выходной день. И постараюсь часиков 8 вечера это сделать, чтобы народ был побольше, а не как. Сейчас там я смотрел, сколько там в ВК-то в общей сложности у нас было сегодня. Человек 600, наверное. Проходящих, заходящих к нам на огонек. Ну да, 700. 716 на данный момент. Вот. Какая игра будет, пока не знаю, честно сказать, но какая-нибудь будет. Наверное, скорее всего, какой-нибудь старый хост буду закрывать. Вот, засим буду прощаться. Спасибо, что досидели до часу ночи, практически по Москве. Завтра все-таки рабочий день. Вот, кто не подписан, подписывайтесь на канал, в группу ВКонтакте также, ссылочки все под плеером, там и куб, и сайт, и все что угодно, все есть, все наше. Вот. Прощаюсь с вами до субботы ориентировочно, так что следите, да, за новостями везде. И ваше здоровье, и пока-пока. Ох, хорошо.